Друзья, такого у меня никогда в жизни не было. Это, наверное, одна из самых эпичных и нереальных, по сути, каток за всю мою историю, не знаю, Battlegrounds, Fortnite и всех этих игр. Заранее говорю, не относитесь к этому ролику максимально всерьез. То есть, были моменты, где я хреново отыгрывал, да весь видос я хреново отыгрывал. Ну, просто это везение. Это полный капец. Приятного просмотра, всем хорошего настроения. Друзья, добрый день, либо не добрый день, с вами снова я, Руви, это новое видео по игре Fortnite Королевская битва. Сегодня я лечу на помидоровку, будем ее разваливать и надеюсь идти в красивый топчик. Насчет прошлого видео по Fortnite. Друзья, огромное вам всем спасибо за активность, мы там набрали максимальное количество лайков по игре Fortnite на канале за такое количество времени. Реально, всем огромное-огромное спасибо, вы реально поддерживаете эту игру, это реально приятно. Так, берем, наверное, главное здание. Прежде заберу бусты. Все, забрал, красиво. А главное здание уже не заберу, блин, его заняли, черт возьми. И тут нет оружия. Вот это я называю фейл. Если мы сейчас не найдем ни хрена по дропу, нам триндец, а мы ничего не нашли, пацаны. Вы прикиньте. Тринда, валим отсюда, просто бежим. Меня же тут... Нет, меня тут нет. Ну... Забудьте про меня. Меня тут просто не было. Нет, ты шо, мышь? Не делай этого, не трогай меня. Под мостом всегда много-много дропа. А, нет. Да евпать, вы заколебали. Пацаны, отстраиваемся как можем, бежим отсюда. Если я выживу, с вас, Лукас, это тринда. Реально, это та ситуация, когда неудачно приземлился. Вообще неудачно приземлился. Друзья. Просто бегу, не знаю, со всех ног. Вот впереди какие-то постройки. Го заберем там дропецки. Надеюсь, там хотя бы что-то мне оставили. И я не верю своим глазам. И всему остальному я вроде бы выжил. Я серьезно выжил. И тут куча дропа. Это мой рай, это просто мой рай. Забираем дроп, и я возвращаюсь и наказываю этого мудака, который решил по мне пострелять, блин. Лол, мы реально выжили. Капец, там такая ситуация была. Фух, так. Теперь нужно реально найти дроп. Типа, если я и тут не найду ничего, да? Если меня где-то начнут встречать, а тут встречать могут, гляньте, сундук залутанный, то я неудачник. Почему не могу поставить платформу? Поставил. А какого? Пацаны, там челик подо мной. Неужто я в натуре неудачник, пацаны? Оружие. Нет, не забрал. Ну, пожалуйста. Отстаньте от меня, уроды, уроды. Какого черта? Меня просто гоняют. Я опять сбежал. Ха! Лама! Ебать, и что сегодня происходит? Неужто там сейчас перед его носом залутаем ламу? Друзья. Валим отсюда нахрен. Я перед носом типа залутал ламу. Боже мой. Если я смогу, блин, что-то замутить в этой катке, я найду дроп, а я его, походу, найду. Это капец. Так, бежим, короче. Я не буду принимать никакие бусты, пока не найду оружие. Да, опа, опа, сундук. Давай. Чё там, чё там, чё там? Оружие, хорош. Принимай буст. Ну все, мы выжили, друзья, мы просто выжили. Я не знаю как, но мы это сделали. Это же... Ну это же невозможно. Еще. Чего? Еще одна лама? Вы что, рофлите? Я нашел две ламы вообще без оружия толком. Я их всех залутал, и мне никто не помешал. Лол. Боже мой. Сегодня явно мой день, вы замечаете, да? Так, нужно как-то все собирать. У меня уже не вылазит вообще никакой дроп. Тринда. Так, окей, хорошо. Везение явно... На самом деле везение не на моей стороне. Как оно может быть на моей, если я вообще нигде не смог, не знаю, блин, ну, выдержать
давление противника везде меня выгоняли, но в любой ситуации из-за этого мы залутали две, мать его, ламы. Так, там что-то есть, либо я зря прыгаю? Там что-то есть. О! Да не трожьте меня, пацаны, я и так несчастный, вы это видите, да? Что там? Я не вижу, что это. О! Хорош. Так, место... Вместо дискошара. Вот так вот. Боже мой. Выкинем один буст, наверное. Пусть будет дискошар все-таки. Знаете, я эту катку в любой ситуации залью. Хоть я сольюсь сейчас. Вот прямо сейчас, да? Хоть я выживу. Мне не важно. Я это залью. Это полный долбанный эпик, понимаете? Как можно было выживать, я не понимаю. Окей. Там еще сундук. Пожалуйста, дай эмочку, умоляю. Ха-ха, изи. Так. Вот так вот мы замутим. Вот так вот, вот так вот. И все, вот, все готово, красиво. Выкину дискошар. Возьму эту вот тему. Ну и все. Готово, евпать коловрать. Мы, друзья, с фул дропом. И дробаш есть, и эмка есть, и пистолет-пулемет есть. Все готово к уничтожению противников. Сейчас главное их найти и убить. Что за звук? Это... Кто машину там завели, либо что это такое? УАЗик? А, вижу. В хлебосос получил, мудила. Так, друзья, мы его должны подпушить, по идее. Ну, по моей логике, должно все получиться. А знаете, что мы сейчас замутим? Смотрите. Показываю один раз. Да ты куда? Алло. На. Так убегать нельзя, ты понимаешь? Так, дела не делаются с двух сторон, друзья. Я понимаю, что я там выжил, да, залутал две ламы. Понятное дело, у меня дропа много, меня стоит убить. Но не пойти бы вам в задницу, друзья. Я сейчас, знаете, что замучу? Башню, ёпта, построю. И убью вас всех к чертям собачьим. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот, хорошо. Где был челик? Челик был впереди. Он убежал, я это вижу. А вот челик, который был сзади, он явно где... А зона пришла, черт. Я забыл про зону, прикиньте. А где чел, который был справа от меня? Который с крысы решил меня убить. Загадочным образом братишка исчез. Ну окей, валим отсюда. Fortnite, Fortnite, как же я тебя люблю, серьезно. Это сейчас без сарказма, офигенная игра. Такой геймплей, я не знаю, это... Это круто, просто круто. Словами не описать. Звучит как реклама, причем неплохая. Так что Fortnite, гоните мне свои деньги. Вот, но это не реклама. Еще бы это было рекламой. Так, окей. Краешек зонушки впереди. Нужно бежать. Блин, чеклан, чтобы нас не встретили в упоре где-то, блин, в этот, на краю зоны. Иначе я обижусь на все. Ну не может же мне настолько не вести и одновременно вести, правильно? Правильно. Все, я прибежал, отлично. У меня фул, ну, фул броня. Но по хп все не особо хорошо. В любой ситуации броня фул, и это меня радует. Вижу, вижу челика. Нормально так, ребят, он пососал, прям неплохо. Да может быть ты отстанешь? Я его так нашил, пацаны, он должен уже погибать. Там вообще нет хп, мне кажется. Братишка, ты где? Он за машиной там хиляется, либо чё? А, да-да-да, за машиной. Лол. Давайте убьем бомжика. Где он? А, вижу. Готово. Готово. Корова. Пара-па-па-па-пам. Так, ну чё, гони мне свой дроп. Мне и так дроп хватает, но я не против забрать еще и твой. На самом деле, я готов поспорить, что качка закончится, ну, типа... сливом, потому что не может быть все настолько идеально. Поэтому вы будьте готовы, я, скорее всего, скоро сольюсь. Тринда, еще один джамп. А-ха-ха-ха. Так, забираем. Это нам не надо, нам нужна, получается, типа... Блин, нам, по идее, нужна эмочка. Нормальная, да? Типа синяя.
Ну, у нас противник с калашом, то есть... жалко, что противник играет с калашом, тем более какой-то зеленый калаш. Короче, блин, эмка будет получше. Вижу. О! Да может быть оно упадет? О! Ах ты падла. Я тебя понял. Слушай, ну хорошо, вызов принят. Думал, я успею, но хрен бы там плавал. Он еще на дерево упал, да? Он на дерево упал. Прикольно, прикольно. Так, короче. Короче, куда бы мне двигать? И как бы мне не сдохнуть? Я реально хочу сделать так, чтобы такая была максимально эпичная, и нужно сделать еще несколько киллов для этого самбо эпика. Ту-ру-ту-ту-ту. Ту-ру-ту-ту-тум. Короче, блин. Не знаю, что говорить, я просто бегу. Куда глаза глядят, туда я бегу. Вот так вот можно это прокомментировать. Так, там что-то есть, не? Давайте сделаем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Не знаю для чего, но пусть будет. Так, короче, мы с вами в безопасности. На самом деле хрень, давайте свалим отсюда. Опа, вижу челика. Блин, ну не-не-не, по нему не вариант работать, зона уже идет, давайте спустимся вниз. И вот там уже что-то придумаем. Вот так вот. И побежали вперед. Друзья, хотите расскажу секретик? Я не знаю, как вот нажимаю F5, да, вот моя ловушка, и я не знаю, как ее, ну, типа, ну, менять ее на джамп. Серьезно, я в Fortnite не особо топ-игрок, то есть, да, и такого мне делать не приходилось. Не знаю почему, но мне не приходилось, я не знаю, как менять хз, реально. Так что джампа, походу, у меня сегодня не будет. Ну, серьезно. Звучит очень странно, но это правда. Я не знаю. Можно еще, в принципе, поэкспериментировать и залез куда-то на гору, будем пробовать, но... я не уверен, что... все после этого будет в порядке с моей игрой и с моим компом. Блин, мы на самом верху, такая офигенная позиция, отвечаю. Сундук еще тут, серьезно? Друзья, у меня сегодня дропа просто, не знаю, за все время. Да ебать, я упал. Чё там, пульки? Ну, нормально, в принципе, почему бы нет? А, понятно, что делать? Открывай дверь. Зачем открывать дверь? Можно хернуть в нее киркой, правильно. Правильно. Так, там челик, я вижу. Зона, блин, через брошенные башни. То есть мне нужно... мне нужно каким-то образом перебежать. А как это сделать, я не знаю. Вот прыгает человечек. Пацаны, я что-то придумаю. Я же не идиот, правильно? Так, нажимаем F5. Ну, пацаны, я же придумаю, правильно, как это сделать. Ну, что это может быть? С? В? Нет, нет. Может быть, Z? Может быть, Q? Нет. Пацаны, я не знаю. Реально не знаю, прикиньте. Ну, наверное, после этого видосика, да, если я его запишу, все будет хорошо. Я реально загуглю, как это менять. Ну, то есть, как крутиться. Ты чё, охренел, мышь? Блин, мы спать не в зоне, идиот. Сейчас отхватишь. Вот. Пацаны, трин, да? Мы не в зоне, понимаете? И нам с ним стреляться вообще нельзя. Противозаконно. Противопоказано. Ну, вы понимаете, все дела. Там еще ракетница сверху, которая меня изи убьется. Я, походу, слился. Ты че, охренел? Так делать. Друзья, вы знаете, что мне тринда? Ну что, спасибо большое за просмотр. Спасибо большое за лайки, за подписки. С вами был я, Руви. Всем хорошего
дня и настроения. Бежим. Просто бежим нахрен от этого места. Джамп. Хорошее решение. Ну какого хрена так сделал, а? Ты идиот, ты не в зоне, нахрен ты это делаешь? Пацаны, если я засейвлюсь еще раз, я охерею от своего везения в этой катке. А я засейвился. Я не знаю, пацаны, как выживать с таким количеством хп. То есть вы не спрашивайте, я хз. Есть план, да? Есть план, капкан. У меня нет нормального отхила, но у меня есть офигенная позиция. То есть я сел в машине, я сижу, мы работаем по тактике. Я просто представляю, как эта катка выглядит с вашей стороны, но одновременно, согласитесь, это весело, интересно и... Это далеко не скилл, это просто фан, катыч. Я вообще не должен был выжить в этой катке. Хз, как я выжил. То есть тут изначально... Изначально с этой каткой были проблемы. Блин, я вышел с машины, теперь тринда, не могу зайти, прикиньте. А, нет, могу, прикольно. Слушайте, у меня прям тут целая хата. Это мой новый дом. Зовут его Машин. Короче, смотрите, в чем прикол. Мы не в зоне, зон довольно далеко. Я не знаю, какого черта я столько, блин, лутал эти отхилы, и в итоге я остался вообще без каких-либо этих самих самых отхилов. Как это произошло? Я хз. Ждем минуту, после минуты будем двигать. Пока мы стоим, я не знаю, не хочу вырезать, хочется чисто поговорить с вами, да? Рассказывать, как у вас дела, как настроение, что нового. Я буду читать комментарии, я вообще всегда все комментарии читаю, но отвечаю не на все, потому что ответить на все невозможно. То есть пишите, будем с вами разговаривать в комментах, мне реально интересно, что у вас там, как оно все. Короче, да, так и живем. 45 секунд, блин, это вообще, мне реально интересно, чем это как-то закончится. Понятное дело, я сольюсь, но все же... Все же всякое может быть. Вы не думайте, я никуда не смотрю. Так, окей, короче. 28 секунд. Мне кажется, нужно уже бежать, потому что я могу немножко не успеть. И это будет фиаско. Сын, я что-то тут... Так, можно... Подождите, 15 секунд. Мне это вообще не нравится. Короче, ломаем. А теперь бежим, просто бежим. Ну мне тринда, да. Челик сверху, я снизу. Прощайте. Это не тащится никаким образом. Одна пулька в меня. И нет меня. Я вижу там отхил. Тихо. Неужто мне опять повезло, я заберу отхил? Да вряд ли. Я не верю в эту хрень. Да. Забрал. Сейчас приму, я побегу, подождите. Друзья, еще и синяя эмочка. Вот это подгон. Стоять. Ну пошел ты отсюда, вон, идиот. Не трожь меня. Сволочь. А дом в зоне? Да, край дома в зоне. Пацаны, я в зоне. Я в туалете, нормально. По тактике работаем. Он над нами, да, он над нами, прямо над нами. Подходи, получишь тринды. Давай. Ты, наверное, предполагаешь, что в этой комнате. Чё там происходит? Пацаны, я не знаю, я хочу отыграть таким вот образом. Блин, не знаю, без лютых пушей, без лютых файтов, они уже заняли нормальные позиции. Я хочу чисто попробовать, а что вот если сделать вот так, то есть... Не тактиковать, а спокойно... Ну вот, стоять, да, вот в туалете, то есть. Не ломай крышу, это моя хата, понял? Я тем временем уже в топе 4, пацаны. Не, если он придет, то я хрен попаду на самом деле ему в голову, тем более у меня не по... Сосать. Пацаны, если я выживу,
Это тринда. Это не моя постройка, ёпт. Аптеку принимаем, 19 секунд, друзья. Сейчас главное от зоны не сдохнуть, понимаете? Так. Два в живых, один на один. Снего уже искать дорогу отсюда, потому что я еще могу потеряться, и все, тринда. Да ёб твою корову, ты чё, охренел, мышь? Пацаны, я отсюда по-другому могу выйти? Можно как-то по-другому? Он меня контролит. Вот сволочь. Это край зоны, да? Пацаны? Я это не потяну. Тихо. Не, ну тут топ-1 я не возьму, друзья. Я не достоин топ-1 в этой гадке, я в этом уверен. Боже, ну почти на самом деле, это было реально очень близко, но немножко не докидал, реально, немножко не дотянул. Реально, очень сочная катка, я весь на эмоциях, друзья. Прожимайте Лукас, если вам хотя бы как-то понравился этот бой, потому что такого лично у меня никогда не было, это просто летейшее везение. Все, всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока-пока.